Сумесныя спартыўныя турніры, супрацоўніцтва ў сферы падрыхтоўкі атлетаў, барацьба з выкарыстаннем допінгу на спаборніцтвах. Надзённае пытанне разгледзелі ўдзельнікі сумеснай калегіі Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь і Міністэрства спорту Расійскай Федэрацыі. Бакі сустрэліся ў грудні. Акрамя таго, гаворка ішла аб распрацоўцы каляндарнага плана па арганізацыі турніраў на прафесійных і аматарскіх узроўнях. Таксама ўдзельнікі сустрэчы выказалі намер развіваць імпартазамяшчэнне ў вытворчасці спартыўнага інвентару. Як прагучала, Беларусь у дадзенай сферы мае цэнны вопыт і ўласныя напрацоўкі. Мы сегодня говорили о лыжероллерах, у нас есть свой опыт, мы сегодня делаем свои лыжероллеры, но не только лыжероллеры, у нас сегодня есть уже снегогенератор свой, мы делаем сегодня ратрак, мы свой уже делаем сегодня, обувь делаем для лыж сегодня свою, поэтому весь спектр зимнего инвентаря для лыжников у нас потихонечку уже налаживается это производство. Мало того, у нас телеханы переоборудованы полностью, все оснащено по-новому, все производство, поэтому в ближайшей перспективе мы будем ожидать, по крайней мере, для школ, для образовательных школ, для спортсменов первого уровня подготовки. Уже мы первый опыт такой будем иметь лыж своих. Он уже у нас есть. Як адзначылі ўдзельнікі перамоў, ва ўмовах знешніх санкцый Беларусі і Расіі неабходна выпрацоўваць вопыт правядзення альтэрнатыўных спартыўных спаборніцтваў. У прыватнасці, у ходзе сустрэчы быў пацверджаны намер арганізаваць у наступным годзе другія гульні краін СНД. Іх прыме наша рэспубліка, а фармат гэтага спартыўнага форуму дазволіць ахапіць усе рэгіёны сінявокай. Каждая область будет представлена. Витебская область – это Орша, Минская область – это Молодечная, это Солигорск, Брестская область – это Брест, Гомельская область – это Жлобин, Гродно – это само Гродно будет представлено, Минск город представлен для того, чтобы кругозор немножко расширить людей, которые приезжают сюда, чтобы видели нашу страну красивую, чтобы видели обычаи в каждой области, они немножко свои. И у нас немножко за последние годы, может, немножко даже в хорошем плане, у нас туризм по всем направлениям продвинулся. Календарный план – основа нашего взаимодействия, причем очень важно, что оно не ограничивается только взаимодействие на уровне сборных команд, это и формат клубных команд, университетских команд, потому что задача стоит не только развивать спорт высших достижений, но и массовый спорт, и в этом отношении очень богатый опыт и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Каждый из выступающих говорил, что мы открыты для того, чтобы делиться этими наработками. Задача одна, мы союзное государство, и мы должны всем демонстрировать конструктивный подход, но в то же время и очень принципиальный наш подход по защите истинных ценностей спорта. На сустрэчу аблвыканкамі быў падпісаны шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве ў спартыўнай сферы дзвюх краін. Таксама ўдзельнікі перамоў дамовіліся развіваць стасункі ў турыстычнай сферы. Як прагучала, ключавое месца ў гэтым працэсе павінны заняць кантакты паміж рэгіёнамі саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.